музыкальный архив, накопившийся за десятилетия работы, это наша с вами память. Вместе с ГТРК выросли целые поколения. И сегодня у нас и у вас, телезрители, есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. На этих кадрах 1966 года пионеры из школы номер 10 встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны. В гостях у школьников герои Советского Союза, генерал-майор, командир 309-й Пирятинской дивизии Борис Давыдович Лев и его жена, гвардии сержант Валентина Алексеевна Лев. Именно Борис Лев был в гитлеровском кабинете после падения Рейхстага. Он подарил школьному музею маленькую частичку гитлеровской люстры. Сегодня мы рассчитываем найти тех школьников, кто был на этой встрече. Если вы узнали себя или своих знакомых на этих кадрах, звоните к нам в редакцию. Также, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, сообщите об этом. Мы попытаемся найти уникальные кадры для вашего семейного архива. Телефон нашей редакции прежний 22 72 82.